Приветствую вас, друзья, на канале Rolex Game Online, с вами Росси. Сегодня мы с вами посмотрим игру под названием «Охотник на титанов». Игра вышла уже давно, конечно, в 2020 году. Создатель был практически один человек, если я не ошибаюсь, с Украины. Игра повествует нам о охотнике на титанов, который, выполняя свою работу, просто каждый день ездит по штату и отгоняет титанов от населения, от людей, чтобы не было никаких разборочек, чтобы не было войны, не было там жертв и так далее. То есть мы будем ездить на машине, как я вот почитал в описании, да, там будем в темноте выслеживать титанов. Значит, игра сделана на Unity. Бачите, работа, а я что, за бабу играю? Я еще и женщинка. Это ванна размером со всю мою квартиру в Брайт-Сити. И сейчас я бы была бы заперта на месяц, и лучше держаться за эту работу. Типа, там работку такую дали. Кстати, я вам, что по функционалу здесь вообще, ребятки? Я хочу смыть. А как? Ага, левая кнопочка мыши, понятненько. Кран можно закрыть. Какой приятный английский язык, прям. Ну, как для меня. В общем, хлопец сделал это все один. Ну, с помощью, наверное, как я понимаю, там пару друзьяшек, которые помогли ему озвучить. Так, выключить. Что-то телевизор был без этого, скажите мне. Ну, смотрите, как все. Вы знаете, наверное, дело немножко погромче. Не подсматривайте на мои настройки на моем слабом компьютере. Так. Ага, типа нам рассказывают за это, да? А как мне ключ где-то в кармане? Ключ мне как глянуть, хлопцы. Тап показывает FPS мы, да? Давайте управление подсмотрим немножко. Понятненько. Инвентарь где? Run, меню. Зум. И ладушки, хорошо. Ключ должен быть где-то в кармане. В каком кармане? Как этот карман мне посмотреть? 1, 2, 3 не помогает. Не капсклок. Может Enter, Shift, пробел. Пробел это прыгать. The keys should be around somewhere. I can't end my shift and go to sleep until I complete my tasks for today. Should be written in a car somewhere. Может, карман это имеется в виду? Господи, я только начал играть, уже какие-то проблемы, блядь. Да что за херня? Может, в кармане? Да хватит каждый раз память, блядь, одну и ту же информацию. Что ж я выключил уже, блядь, этот телевизор? Я могу в окно выпрыгнуть? Я хочу, блядь, выпрыгнуть в окно. Присесть. Ага, присесть нельзя, я понял. Это не для нас. Ладно. Ой, ребяточки, извиняюсь. Давайте искать. Но нет, нет. Мы будем нажимать все клавиши подряд, пока не узнаем, что же нам здесь, какая из клавиш открывает у нас инвентарь. Вот это FPS пока. Это мне точно нахуй не надо. Погрузиться. Я уже погрузился, что теперь, блядь, не могу открыть инвентарь. Очень, вы знаете, ребята, очень интересно, но ничего не понятно, но очень интересно. Да хорошо, где карман? Не бесите меня, блядь, где карман? Как открыть карман? Настройки. Использовать. Зум, бежать. На машине это понятно. Ну, а где, блядь, этот? Убесите. Enter, E. Кого, блядь, Enter? Что там Enter? Что там E? Так, а, вот это да. Ух ты. Подсказочка, а? Нашлась там, где я ее не ожидал. Присмотреться, правая кнопка мыши. Ходить, васт. Использовать, левая кнопка мыши. Хорошо.
Вопрос остается открытый. Где, блядь, карман? Как мне, блядь, на него посмотреть? Ага, зато я могу свет повыключать. В принципе, уже хорошо, правда ж? Ну, уже, блядь, могу выключить свет и... Все. Так, мне нельзя выпрыгнуть. Я хочу выйти, блядь. Сволочи, я хочу выйти. Пустите меня. Причем вообще ничего вообще не реагирует, блядь, на этот инвентарь. Я не знаю, может что-то из этого. Хер его знает, блин. Ну это приблизить, это действие, да? Так где он может быть, этот ключ? А, блядь, в комнате. Вот это я слепотня. Обалдеть, ребята. Это просто... Блядь, ключ должен быть где-то в комнате, а я тут это хожу, блядь, в кармане. Чё я решил, что он в кармане? Ладно, хорошо. Следующая задача где-то в комнате. Спать. Такие, как мы, не спят. Может, типа надо вот эту хрень открыть? Она не открывается. Вешалочка. Это тоже не ключ. Два пальца в резетку можно вставить? Чтобы уже закончить всю эту вакханалию. Ключ должен быть где-то в комнате. Ладно, для начала, наверное, включим свет в этой комнате. А, это салфетница, типа, блядь, нихрена себе. Ага. Все понятно. Идеальное место для ключа, только я дурачела, понятно все. А я карман. Какой карман, если здесь нету никаких вещей, в принципе, только наша машина. Так. И шо? А, надо, чтобы она открылась. Это у нас габариты включены. Джаспера в офисе. Вот, наверное, офис, как я понимаю. Ну, вон кто-то и стоит. Это, наверное, Джаспер. Джаспер, ты ничего не скажешь? А. Правильно. Зачем нам озвучивать Джаспера, если за это нужно платить деньги или стараться? Что за звук? Что за звук? Что же машина типа завелась, остановить ее. Дверь закрыла, может все-таки нормальные ребятки. Так. Открыть, закрыть. Отлично. Че Кристина? А че не Наташа? Я бы назвал ее Наташа. Так, ладно, сесть в машину, закрыть двигатель. Блять, как у меня старая копейка работала. Кларк, я тебя не знаю. Чё-то карта типа, да? Ага, привет, это Кларк. Шалом, Кларк. Я водил эту машину перед тобой. Работа прикольная, но поверь мне, ездить в тишине быстро надоедает. Я сделал для тебя микстейп, несколько расслабляющих трип-хоп битов и старое радиошоу, чтобы занять время. Не скучай, Кларк. Это чё? Поднять. Понятно. Типа, чтобы мне удобненько было за рулем сидеть. Ручник. Опа, радио. Тамарочка на связи, ау. Сос, понятно. Ради нам пока не надо, следующий трек. Да ладно, что ты. Так. Все, микстейп включили. Открыть, закрыть, это что? Это не игра. Стрелка компаса указывает на сервер, а не на мою цель. Жаль. Я не сильно дружу с временами, ой, точнее со сторонами света. Ну, окошечко можно открыть. Угу. Пары выключить. Угу. Прожектор. Вот это я по. Вот это мощь.
А как управлять прожектором? Или мне надо будет просто гонять за ним? Так, ладно. Двигатель, ручник. Включить, выключить рацию, открыть, закрыть. А, даже так можно кого-то подвозить. А закрыть надо, наверное, выйти, да? Ну, понятно, понятно. Конечно же. Пока разберешься с этим управлением. Пару дней. Что тут у нас в этом? Пока что. Пока что или вообще ничего не будет храниться? Так. Музыка меня тоже пидорирует. Ручник снимаем. А, это я поставил, типа, ручник, да? Бип. Так, все завел. И запустил, как он более, больше нравится. Боже, я поехал. Понятно, у нас тут руль полуоборотный. Ну, как в жизни. Симулятор вождения, значит, да? Ну что, поехали, короче, посмотрим, что у нас тут. Ух ты, интересное такое управление. Нет, фары все-таки надо будет включить. Потому что я не вижу. И, наверное, сиденечко еще подниму немножечко, потому что ни хрена не вижу. Вот так вот. Вот тебе красота, поехали. Поехали. А, топ тут еще вон. Пропавшая виверна. Нужно сопроводить к маяку на тихом утесе. Последний раз замечена в районе ветреных равнин. Ее привлекает яркий голубой цвет. Боится темноты, чувствует себя в безопасности на мостах. Близоруко. Рекомендуется использовать спутниковые башни, когда они в поле зрения виверны. Подожди, блядь, не могу прочитать. Ебало катиться. Ага. On a silent peak. They told me to use satellite towers. Sounds fun. Значит, надо нам приманить к маяку на тихом утесе. Видели в районе ветреных равнин. Так, перевернуть. И чё? Чё, где мы? Field, ветреные равнины. Вот, наверное, Wildland Plan. И надо ввести на... Куда, блядь? Память, как у рыбки золотой. Сменить камеру. А, и привести к маяку, да? Маяк. Где у нас тут маяк? Блядь, так и обосраться можно. Маяк, маяк, маяк. Вот тут, наверное... Ладно, пока надо двигаться. Поехали дальше. Хотя можно даже катиться. Ну, сейчас катится. Так. А вон у нас есть ветреные равнины. Налево, короче. Поворотник есть? Как же мы, блядь, ездить будем без поворотника? Будем нарушать. Блять. Хотел просто переключить. Заправка. Если я позвоню Джасперу с телефона автомата, он тестит. Ага. Понятно. Короче, путем звонка с телефона автомата мы создаем контрольную точку, в которой, если мы вдруг застрянем где-то, да? Ну давайте. Сейчас тогда выйти. Пойду позвоню с телефона автомата. Если вы понимаете, о чем я, конечно. Жалко, что здесь нету такой фишки, чтобы там заправлять машину. Я такой считаю, знаете, дотошность немножко бывает, люблю. Good luck to anyone who expects actual gas station services here. Ничего такого, я бы молоток какой-то взял, пусть бы было бы. А чё тут краник не задействован? Ладно, где здесь телефон-автомат?
satellite dishes with my dad. А, вот он. Me they're space related, but it's Hey, Jasper. Checking in from the gas station near the woodland plains. Thanks for listening. Понятно. Все, Джаспер в курсе. Прожектор у меня, кстати, выключен, да. А музыка преследует меня везде, где бы я ни был, даже в машине и даже наружу. Так. Джаспер, хуяспер. А как прожектором управлять? Ну, не совсем важно, в принципе, поехали. Че ты глохнешь? Так, что там? А, кстати, сменить камеру. Ветреные равнины. Налево. Помчали. А как мне опять камеру сменить? Понятненько. Ясно. Опа. Все столбы мои. Кстати, да, может, из-за титанов выключали? Действительно. Чуть-чуть, что это за... Она боится света, да, вроде это Виверночи, как ее там зовут? Надо, чтобы почитать, надо ручник зажать, потому что опять покачусь куда-то непонятно куда. Нужно проводить к маяку на тихом утесе, ведь на равнины ее привлекает яркий голубой свет. Боится темноты, чувствует себя в безопасности на мостах. Рекомендуется использовать спутниковые башни, когда они в поле зрения Виверны. Ладно, поедем, короче, пока искать ее. Я ее пока не вижу. Не знаю, ребят, как вы, но я ее пока не вижу. Мне кажется, да. Свет выключить. Выглядывать. Ну, чокнуться можно с такой музыкой. Просто я хочу найти, если я найду, чтобы мы на нее хотя бы посмотрели. На эту Виверну-то. А ты открыто. Ну так, конечно, неинтересно смотреть, но так более виднее, как по мне. Давай полуоборотная, точнее, хрень, поворачивай. Мне вообще цивильненько, мне нравится. Такая вот игра. Просто катаешься себе. Никакого, конечно, экшона, кроме как врезаться в столбы на этой машине, но мы же еще не видели с вами Виверну. Если мы ее вообще увидим. Там, может, она где-то там в тумане. Что это за инопланетяне полетели? Так, она любит мосты, да? Ну давайте пока двигаться дальше. Сейчас я поменяю вид. Все-таки от первого лица будем. Так интереснее, мне кажется, смотреть. Сильно разгоняться не нужно, потому что я... Интересно, говорят, что вот типа... Оп! Вот она. Она на мосту стоит, да? Ручник, это мы пока закроем.
Хочу выйти на нее посмотреть. Вот она, наша красавица. Вот она, наша виверночка. Ее нужно загнать с помощью прожектора, как я понимаю, или каких-то там вышек до этого. Скажите мне. До маяка. Давайте. Ах ты, падла пугливая. Ребята, она уходит. Она уходит вдаль, в закат, как, в принципе, сделаю я в этом видео. Ну да. Как, в принципе, сделаю и я. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, оставляйте свои комментарии. С вами был Росси. И всем пока-пока.